Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Как вообще можно забыть лицо своего друга? Чё? Что-то не так? Не ожидал, что я могу так мило выглядеть. Она всего лишь вышла из бани и поменяла прическу. Только и всего. Почему мое сердце так стучит? Может, дело в том, что после бани улучшился кровоток? Это наталкивает меня на некоторые мысли. Моя девочка хентай, всегда влюблена, нарисована так ровно, будто этот подырай. Стань моею, они срочно, моя девочка. Отель. Надзуна, вон там как раз и можно передохнуть. А ведь и правда. Хочешь отдохнуть? Да, хочу. Кажись, у них и видеоигры есть. Ну почему ты молчала, если знала, куда мы идем? Ты воплощение порока, Надзуна. Чегось? А я думала, ты меня сюда специально притащил. Каков распутник? Да ну почему я-то распутник? Тут же наверняка есть куча пошлых видео. Так что давай выкрутим звук и покажем соседям, как надо. Что? И как тебе это в голову пришло? А? За просмотры нужно платить? Ну и придурки. Наверняка это сделано против таких клиентов, как ты. А это значит, что она пробовала и другую кровь. А чью кровь? И у скольких людей? И правда. Мне хочется узнать, но я не спрашиваю. Все сложно. Меня выбесит, если она скажет, что и раньше пила кровь. О, а я ведь у него уже пила кровь как-то. Чего? Что? Какая ж ты бесчувственная женщина! А? Ты о чем? Так выходит, тебе не хочется слышать о тех парнях, с кем я уже побывала, да? Неужто ревнуешь? Какой же ты миленький у типусечки! Я всегда работала в магазине хорошего сна. Добро пожаловать! То есть все же интимные услуги! И что это за косплей? Ничего, они не интимные. Просто поспать вместе. А этого недостаточно? Да и это не косплей, а официальная униформа. Вот, держи. Прайс-лист. Что выберешь? За это еще и платить? Ой, не переживай ты. С тебя я плату брать не буду, Ко. Лишь за дополнительные услуги. Чего? Ну и как вам, сэр? Вам нравится? Кажись. Клянусь. У меня не было ни одной грязной мыслишки, когда я это выбирал. Ни одной грязной мыслишки! Пора бы поработать и над твоим шейным отделом. Вот так? Клянусь! Клянусь! Самое время, не находишь? Пойду-ка взгляну. Наверняка ошибка какая-то. Ну, разумеется. Чувство такое, как будто меня родители зачем-то неприличным застукали. Надзуна! О, да! Я на первом месте! Почему ты в игры рубишься? Ко, ты разобрался с клиенткой? И тебе даже не стыдно? Да успокойся ты уже. Это ведь неплохая возможность и для тебя. Я тебя слушаю. Широкава Киёсуми, 24 года. 2 года работает в издательстве. Уставший офисный клерк. И тебе выдалась возможность коснуться ее тела. Только представь, возбуждающе? Ты ужасно. Прикрой бизнес, а? Чё сказал? Послушай, Ко. Что такое? Как видишь, этим я зарабатываю себе на жизнь. Но из-за тебя я не работаю уже целый месяц. А это значит, что денег у меня нет. А меня это как касается? Блин, еще как касается! Насладиться ночью стоит денег! Не стыдно тебе, что девчонку заставляешь платить за отель? Или 2000 недостаточно? А, нет, я так не... О. Сделаешь это ради меня и получишь награду. Как насчет второго поцелуя? Идет? Sweet dreams are made.